Привет, друзья, еще раз. В этом видео я хочу переснять флориш, который называется Five Faces of Cybele. Итак, я думаю, вы все помните, как выглядит этот флориш. Кто не помнит, значит, напомню. Это выглядит вот таким вот образом. Итак, теперь давайте, значит, посмотрим, как делать этот флориш от первого лица. Потому что критики также много. Я так понимаю, что с той стороны все-таки хрен поймешь, как он выглядит, как он исполняется. Итак, значит, захватываем колоду вот таким вот образом перед началом. Большой здесь, три пальца тут, мизинец пока не участвует. Итак, взяли. Теперь подводим. Указательный палец кладем вот на эту внешнюю короткую сторону. Переворачиваем колоду так вот к себе. Подводим вторую руку, правую, и указательным пальцем захватываем чуть-чуть вот так вот, 1/4 где-то колоды забираем. Далее забрали, да? В этот момент вот этот вот средний палец правой руки ложится у нас вот на эту часть колоды, на большую. И большой палец вот так вот отрывает еще где-то часть, небольшую стопочку от этой колоды. То есть получается вот так вот. То есть вот мы держим, поднесли, забрали часть. И теперь нам остается поделить вот эту среднюю часть. Эту среднюю часть делит как раз вот указательный палец левой руки и средний палец правой. То есть они берут и вот так вот ее, оп, делят эту часть. Итак, еще разочек. Захватили, захватили, захватили. Все. Эту колоду кладем вот так вот, ну, чтобы она у нас в ладони лежала, чтобы у нас большой палец мог оперировать дальше. Итак, далее начинаем поворачивать эти карты вниз. То есть правая рука вот с этими двумя вот стопочками, она у нас вот так вот начинает уходить вниз. Итак, поворачиваем ее вниз. И в этот момент большим пальцем и вот этим вот средним пальцем захватываем вот эту вот стопку, вот здесь девятка крестовая, вот эту стопку. Захватываем и выводим вот так вот ее наверх. Когда мы ее вывели вот так вот наверх, мы средним, безымянным и мизинцем захватываем ее вот таким вот образом. Вот. Причем у нас средний с этой стороны, безымянный сверху, мизинец вот с другой стороны. Захватываем и вводим ее вот так вот. То есть вот, она у нас держится вот так вот. После чего мы вновь вот это движение наше используем. Опять у нас правая рука идет вот так вот по часовой стрелке. И вновь большой палец и средний левой руки захватывают часть, не полностью, а лишь часть вот от этой вот, где вот четверка крестовая, от этой стопки. То есть они берут и примерно половиночку раз и забирают. И выводят вот так вот. То есть получается вот такая вот фигня. То есть еще разочек смотрим. Взяли часть отделили, оставшуюся часть поделили. Эту взяли вот так вот в ладонь. Значит, эта рука у нас уходит вниз, вот так вот. И мы захватываем вот эту стопочку и выводим ее вот так вот наверх. Далее мы захватываем эту стопку вот этими пальцами. Вновь она у нас уходит вниз. Мы захватываем примерно все половинку от этой стопочки. И вот так вот раздвигаем. Ну, теперь, я думаю, все понятно. В общем, давайте еще разочек посмотрим. Отделили эту часть, отделили эту часть, отделили эти две части, поделили между собой. Точнее, эту часть поделили на две. Эту, значит, бросаем в ладонь, чтобы большой палец нам освободить вместе с этим, со средним. Далее. Эта рука у нас уходит вниз, вот так вот, по часовой стрелке, правая. Она уходит вниз, и мы эту часть, эту стопку, вот, большим пальцем и средним захватываем и выводим вот так вот ее наверх.
захватываем эту часть верхнюю средним безымянным и мизинцем. И, то есть получается у нас вот так вот сейчас. Но сейчас мы чуть-чуть отщипнем карты еще вот от этой стопки. То есть опять же уходит это по часовой стрелке вниз. Рука наша вместе с этими картами. И мы от этой стопочки раз большим и средним пальцем еще забираем карт и выводим. Теперь я думаю, что всем все стало понятно. Если же опять что-то непонятно, ну, пишите в Skype, попробую там объяснить. Всего хорошего, пока!